Вы журналист? Чтобы очень красиво. Камера все зафиксировала. Чего? Вы братья, да? Искренний пацан, конечно. И где-то хухло-мухло. Очень маленький пацан. Я бы хотела тоже вас взять интервью. Я тоже много чего хочу. Да? Вам еще не предложили роль в кино? После того, как Асхаб Тамаев вручил вам Оскар, мне кажется, на вас должны были выйти уже голливудские фильмы. Нет, были там предложения, я вам внимания не взял, честно говоря. А? Что, расслабилась? Чуть-чуть еще вот здесь. Вот она, вот, смотри, вот это. Вот. Я говорю, были такие предложения, да, но во внимание особо не взял, я не знаю почему. Может быть, классно бы получилось, если бы вы были на телеэкранах. Может быть, если что-то достойное, нормально, там можно подумать, короче, да, и можно решить. А, у вас был бой с таксистом, после которого вы сказали, что вы больше не притронетесь, в принципе, к этому делу и уходите из спорта. Вот почему вы снова в единоборствах, почему вы снова в боях ушли? Я изначально, вот, после первого боя я хотел уйти, я боя уже вообще не хотел. После того, что много болтал, то мне пришлось, принципиальный бой был, я вечно подрался. Да, вот тогда я не хотел бы. А потом он опять начал, ты только борьбу знаешь, там, давай на руках, там, туда-сюда. И чисто вот второй раз тоже, короче, из-за этого чисто вот бой, вот на принципе пошел, думаю, давай да, на руках тоже его, короче, это сделаю. И вот так вещи. А потом подумал, короче, думаю, почему, короче, да, вот сейчас все люди знают, как есть, говорю, да, как раньше я не могу там двигаться, да, там что-то плохое делаю, да, там плохое, не плохое, но имеется в виду как-то, да, там, сам понимаешь. Люди меня знают. И потом думаю, почему мне по этой линии не идти там, короче, там, драться там, бля, там, где-то выступать, там, где-то там пришел, ушел, бля, зарабатывать на этом, да, потому что я знаю, что это неизбежно, все люди меня знают, да, и чисто решил, да, короче, вот, думаю, пару боев еще сделаю, думаю. А тяжело даются вам единоборства? Вот, например, у вас был бой с Андреем Черкасовым, экс-участник «Дома-2». Вот Нет, я сказала экс-участник «Дома-2». Вот, например, вы не смогли у него выиграть. Почему? Чего вам, там, вам не хватило? Не смог. Я выиграл, там почти выиграл, но как минимум ничья была, да? В последнем третьем раунде он на меня просто упал, я, честно сказать, устал. И вот 2-3 удара он на меня нанес. И все говорили, как минимум там ничья, но почему-то дали победу ему. Но это ничего не страшно, да, сейчас после него реванш будет, у меня с ним еще разговаривали на конференции, и после него будет у меня с ним бой. Будет, да, у вас бой? Обязательно, 100%. А он вам интересен как боец или вам просто нужен матч-реванш? Свой принцип, да, короче, вот, хочу. Чего-чего? Да, свой принцип, да, хочу его побить, да. Говорят же, он выиграл, да, я даже знаю, я хочу сделать так, чтобы я выиграл, чтобы говорили, что я выиграл. Что это такое? Но вы уверены, да, что вы сможете его выиграть? Не, уверен-то я во всем уверен, 99-9, короче, ну там как Всевышний даст, да, посмотрим, иншаллах. Вот, знаете, в сети гуляли ролики, когда вы говорите, ты что, примеры с сестрам задеваешь, что это было? Вот, например, я до сих пор не смогла. Все эти задают мне вопрос, давай я хочу сейчас объяснить, чтобы больше не задавали, я устаю от этих вопросов. Вон там, когда мы сидели, короче, там всех собрали, там сидели, вот Тарас и два брата там сидели, и одному они говорили, короче, там, что ты там моей сестре задел, там, по смс-кам, там, туда-сюда. Да, тот ему вопрос задал, короче. И в то время, короче, он мне слово, вот так слово мне дали, короче, туда-сюда. И он мне такой, ты кто такой, там, туда-сюда, что, пример, что ли, здесь, какой ты пример это, подаешь, там, бля, там, поколение, там, туда-сюда. И вот тогда я ему сказал, бля, а я говорю, ты что за такой пример, и вы все что за пример, с которым собрались, говорю. Который, короче, вот только что вот тебе сказали, по смс, кого-то сестру задеваешь, сестру задеваешь, типа, да, кто тебе такое право дал. И об этом была речь, короче. И многие не поняли, ну, когда она как-то, пока хайп пошел, об этом имел в виду. А что, неправильно говоришь, что сами что за примеры то? Сами кто такие были? Или человек, что, минусы сожми, нет, сожми, что ли? Брат, сожми. Или что такого нет, что здесь такие христиане, правильно, что здесь находится? Так, поэтому, да, и вот. И вот такая тема, да, в принципе, ничего такого. Сожми, расслабляй. Все, пора тебе идти, моя дорогая. Я пошел дальше. Да, уже, да? Да.
Еще будет? Да, да, на размер. Вам шорты малы? Да. Обязательно тоже надо снимать, да? Да. Сейчас скажу, что малы. Вы же легенда. Я не легенда, я эфиопий. Кто? Легенда, да, Мухаммад Али, который добивался. Да, другие, которые добивались. Я спорту, который еще. Я что, еще заработал, еще с моим отцом. Да, шорты, брат. Сейчас перчатки наденем, заклеим, я принесу. А, все, хорошо. Где он? Приз в этом бою — бесплатная поездка на Гагаринский дом 3. Отсюда. Сразу. Посмотри, что он делает. Ой-ой-ой. Он выиграл, все уже. Все, нет, все. Он в его углу просто за это. Не, он встать не может даже. Посмотри, встать, встать. Сделать не сделать, сделать не сделать. Взял, сделал. Смотри. Как вам бой, Мурада? Слушайте, офигенный. Понравилось? Да. Его силы возросли? Нет, такие же, такие же. Такие же? Ну, а скоро его кое-что ждет. Да? Да. Спасибо ему за этот бой. От вас ждет? Да. Он меня очень вдохновил. А-а-а. Хотите хороший реванш? Да. И, надеюсь, Алексей тоже. Я уже испугалась. Александр, расскажите, вот сейчас был бой Мурад легендовый, вот за все время работы, как вы здесь работаете, уже привыкли к кому-то? Вот болеете за кого-то? Конечно, за Мурада. За Мурада? Нет, для меня была очевидна его победа, если честно. Да? А вот, например, сейчас будет биться Ильяс Ягубов, то вы за кого будете болеть? Честно, сейчас болеть ни за кого не буду, я просто буду смотреть и кайфовать. Вы вот за все это время работы в спорте уже начали разбираться в единоборствах или это... Соу-соу. Или прям максимально тяжело находиться здесь? Как вообще, ребята... Не тяжело. А ребята вообще как-то вот подкатывают, своими словами? Нет. Нет? Ну, типа, в рамках видео кто-то может пошутить, да, на камеру, поприкалываться, но за пределами кадра никто ничего лишнего себе не позволяет. Я очень благодарна за это всем. Все очень... хорошо воспитаны и ведут себя прилично. Я уже Александре сказала, мне правда очень нравятся ее работы. Спасибо. Вы готовитесь, нет, Саш? Все импровизация. Вообще абсолютно все. Ну да, если понятно, если какой-то конфликт будет, и я прямо сейчас могу придумать, я буду понимать, что во время интервью я на эту тему буду брать. Но, как правило, если ничего не происходит, то полная импровизация. Вот все-таки у вас, наверное, есть какой-то образ, правильно? То, что вы такая красотка, которая не разбирается в спорте, которая очень сильно так доверяет каждому сказанному слову. Mm-hmm. Это образ? Ну, конечно. Вы с КВН, да, начинали? Да, А сейчас в КВН играете? А я закончила уже. Закончили? Уже старенькая для КВН. А где сейчас больше лежит душа, больше КВН? Я сценаристом работаю. Вот. И кем? Сценаристом. А, вот. Сценаристом. Нет, это не для меня. Вот, и, ну, КВН это как приятное прошлое. Здесь прикольно, здесь и фидбэк, и другое направление совсем. Но вы бы и хотели бы дальше развиваться в плане журналистики спортивной? Да, конечно, почему бы нет? Я по образованию журналист. Мы журналисты, нарушителей много? Нарушителей? Нет, вообще никого нету. Я вот сам по себе двигаюсь и не разговариваю вообще. Ничего не нарушаешь? Нет, я мирный человек, я с села приехал, мирный человек, ни того не трогаю, ей-богу, вот. Вот просто парнишка такой. Едем в соседнее село на дискотеку. Молодец, ты знаешь песни? Да? Всего лишь, да. Молодец, дальше поехали. Всем привет, с вами Вадим Вадимович и Вика. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Ставьте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Спасибо за рекламу. Как вам сегодняшний турнир? Хотелось самому тоже выпрыгнуть в октагон? Честно, да, потому что сегодня реально очень крутой турнир. Лично для меня очень большая была психологическая перегрузка. Почему?
Ну, потому что то, что я увидел, это реально шокировало. Я не буду говорить честно, что именно, но сегодняшний турнир нашего дела – это что-то особенное. Ну, а что могло шокировать? Вот я видела, вы смотрели так внимательно бой Мурада, легенды. Шокировал он вас сегодня? Ладно, скажу честно, никогда не вру. Я видел себя со стороны, и какой я дебил просто был во всех боях. Вот. И все. А что дебильного было в ваших боях? Да вообще я просто выходил, просто, блин, прикалывался, угорал. Ну, блин, и все. А сейчас по-другому, да, другой подход будет? Вообще все, я говорю, переосмыслилось. Я себя увидел со стороны. Я думал, ну, я представил себя Женой-хулиганом. Женей-хулиганом. Угу. Обрежь. Вот по сети гуляли ролики, когда Мурат вам говорил, ты что, примеры сестрам задеваешь? Вы этого не понимали. Вот как бы вы на тот момент реально думали, что только вы один не понимаете, что говорит Мурат? Если честно, я не понимал, я не слышал даже. Там далеко мы сидели, очень далеко. Я говорю, я не слышу. А так я понял, что он говорил, не сестры, он пельмени подогреваешь, он говорил. Он сестер же говорил? Нет, он говорил, пельмени подогреваешь. Да ладно, это он потом вам сказал? Ну да. Потому что он долго ждал пельмени. Короче, вот так и было. А вот сейчас в этом бою за Мурата болели? Ни за кого не болел, потому что Мурат обзывается. Обзывается? А что он такой вам, как он обзывает? Ну, постоянно дурак обзывает. Свет, соп. Как обзывает? Дураком там вот этот. Да ладно. Прям дураком? Да. А вы чем в ответ говорите? А что, я не злой человек. Я ему подарю кое-что в ответ. Чего? На следующем это. Левый коронный, правый похоронный? Ну это да. Заготовочка. Это да. Но с Мурадом не удалось вам как-то подружиться? Просто, знаете, я смотрела видеоролики ваши, вот такие уже милые были, прям вот. Да нас подставили, меня подставили. С его менеджером, менеджер у него красавчик, который этот... А Мурат, он злой вообще, он ненавидит меня, я думаю. Да? Хотя я и к нему... А за что, как думаете? Я не знаю, почему, надо у него спросить. Спросите у него. Он сейчас уже уехал. Можно его догнать. Я знаю, куда он поехал. На такси, наверное? На метро... Да, на такси. А куда... Давайте догоним его. Давайте, пойдемте. А где идемте? Честно, я хочу ему врезаться. Пойдем. Мураду, погнали, все. Нет, он выхода реально я видел. Пойдем. Пойдем. Снимаем, идем. Я же не могу сейчас. А ты скажи, ты сегодня здесь с женой либо с девушкой? Я сегодня здесь один. Один? Да. А так вообще у тебя есть девушка? Выключай камеру, не хочу. Слушай, вот смотрю, и я вижу, у тебя здесь прямые волосы сейчас. Ты что, кудри что ли делаешь? Ну смотрите, тут реально прямые волосы есть. Они ты же... реально думаешь, что мне больше делать нечего, и мне я такой сижу, эти кудри что ли кручу? Ну, а почему я вижу некоторые прямые волосы? Ну, некоторые прямые, это, не, ну, типа, не растут так, как нужно. Чего? А ты что, в очках ты сегодня? Блатным солнце светит даже ночью? Просто я изит, у нас всегда солнце светит. Я просто думала, что очки 20 тысяч. Нет, они, конечно, 20 тысяч. Нет, вот эти стоят 45. 45? Да, я поэтому в них. Ну, солнца пока нету, так приходится ходить, чтобы не просто держать, так взял. Поэтому пока так. А